Друзья, сегодня пойдет речь о басовых варганах. От нашей мастерской в эту линейку входят три варгана. Огонь, цветок жизни и спираль. В отличие от высокочастотных варганов, басовые имеют длинный язычок, поэтому на них можно играть медленные ритмы в среднем темпе, но также можно играть и современные быстрые композиции, быстрые ритмы, однако это требует практики. У басовых варганов длинная по времени вибрация язычка, поэтому она растекается по телу и дарит медитативные яркие ощущения. На них очень здорово играть после трудового рабочего дня или вечером, для того, чтобы снять напряжение, успокоиться, снять стресс или погрузиться в приятную медитацию.